Друзья, всем привет! Хотел поговорить на такую тему. Ну, пользуются ли наши жители Тараза, да, последними версиями, да, телефонов, смартфонов. Ну, например, как я считаю, последние версии, да, телефонов, это вот эти раскладушки, да, там. Сейчас видели, да, Samsung выпустила телефоны, которые можно вот так складывать, да. Раскрываешь, и получается они как, ну, когда закрываешь, они получаются как телефон, а когда раскрываешь, они получаются как планшеты, друзья. Какие вам модели вообще вы знаете? Давайте пообщаемся в комментариях. Ну, например, там есть такие версии, как так, Samsung Galaxy Z Flip 6. И получается Samsung Galaxy Z Fold 6. Видите, да? Какие версии уже выходят. Получается, уже Samsung, ну, далеко продвинулась, что аж на версии уже 6-й версии, да, идут. Получается, у них были версии Z Fold, потом Z Fold 2, Z Fold 3, 4, 5, 6, да? Вообще сами. Друзья, вы предпочитаете какие это, да, операционные системы, Android или iOS, да? Давайте пообщаемся в комментариях, узнаем, какими больше моделями, компаниями, да, пользуются наши жители города Тараз. Давайте пообщаемся, кто пользуется Android, например, Samsung, кто пользуется iPhone, да? Друзья, пообщаемся в комментариях. Ну, самое главное, хотел вопрос затронуть. Видели ли вы в городе Тараз, кто пользуется вот этими, да, современными телефонами Z Fold 6 и Z Flip 6? Давайте пообщаемся.